Недавно, как ты знаешь, мы получили несколько обновлений о новых изменениях, которые появятся в версии 5.1, а также обновление о том, что на Тлан выходит в версии 5.7. Интересно, что? Давай подписывайся, я тебе сейчас расскажу и напоминаю, что как только будет 30 тысяч подписчиков, я вам разыграю 10, может даже 15 лун. Просто подписывайся, и все, ты участвуешь. Шиндроп. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Кудэшоп. Официального партнера Геншина. С тебя ее ID. С них прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи. Где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся ссылочкой где в описании. Во-первых, Шиланен постоянно совершенствовалась. Особенно в своей категории C2, где все элементы, с которыми она работала, были усилены. Если сравнить ее уровень C2 с уровнем к того же Кадзухи, то Шиланен значительно превосходит его в большинстве команды пачек. Так что если вы планируете претендовать на ее C2, это отличная новость именно для тебя. Похоже, что в версии 5.1 мы сможем избирать оружие на материалы, из которых оно изготовлено. Например, если у вас есть несколько тупых клинков, вы можете обменять их на материалы и получать новые, или же на материалы, которые выпадают из монстров. Вообще, без разницы. Это будет очень полезная фича, если вам нужны материалы для оружия. Но домен в данный момент закрыт, или же данж. Вы сможете уничтожать оружие с двумя или тремя звездами и получать необходимые материалы, что является приятной особенностью именно для фри-то-плей игроков. Также версия 5.1 будет улучшена меню повышения уровня талантов, и наконец вы сможете открывать до 10 ящиков с артефактами одновременно. В настоящее время мы в основном получаем ящики с артефактами во время прохождения бездны, но можем открывать их только по одному за раз. Начиная с версии 5.1 вы сможете открывать сразу 10. Напоминаю, что в моем телеграм-канале проходит розыгрыш на лунные крылья, а также промокоды тоже там, ссылка в описании в закрепленном комментарии. Похоже, что будет выпущена версия 5.8, и это официально подтверждено. На Хайлап есть статья о событии под названием «Удивительная Атлантская Одиссея, часть 3». Это мероприятие, на котором вы можете создавать эмодзи, чтобы выиграть призы и товары. Важно то, что в конце статьи есть вопросы и ответы на них. И один из них звучал очень интересно. Как я могу быстро получить доступ к мероприятию? Ответ от разработчиков был таков. С версии 5.0 по 5.8 вы можете быстро перейти на страницу мероприятия, нажав на значок «Выращивать ящеров» и получать призы. Они сами сказали, что с версии 5.0 по 5.8, что подтвердили, что в Нотлане версия 5.8 будет еще как. Подписывайся на телеграм. Всех люблю. Пока.